Начинаем инсталлировать заранее подготовленную барьерную мембрану из твердой мозговой оболочки. Орально мы мембрану из твердой мозговой оболочки аллогенного происхождения, заранее регидратированную и перфорированную, будем фиксировать швами. Вестибулярно после внесения остеозамещающего материала будем фиксировать винтами для остеосинтеза. Создаем петлю в плечике мембраны. Теперь мы проводим такую же манипуляцию с другой проксимальной поверхности вокруг зуба. Далее мы фиксируем. Мембрану. Таким вот образом. Как фарточек вокруг зуба. Надо будет заранее подготовить отверстие для винта, для остеосинтеза, для фиксации мембраны. Выполняется это сверло 1,2, 1,5, в зависимости от диаметра вашего винта.